как бы называется, детская горка. Совершенно непонятен инструмент выдалбливания этих трех линий. Такой мягонький такой. Поверхность такая, как шпателем, пластилин. Ну, здесь тоже предмет пластилиновой технологии и тягучесть материала хорошо видна. Ну, допустим, на необработанный этого не видно. А здесь вот тянется материал. И даже такой вот, как будто ладошками детскими шлепали или что такое вот. Не могу сказать, что пальцевое давление. Потому что поверхность, казалось бы, неровная, но вмятины явно как от ладошек. А может, не от ладошек. Ну, что-то такое мягонькое. Необычный камень и необычность методики обработки. Ну, со всех сторон. Ну, вот видно, опять же, тянули сверху вниз. Текучесть такая идет. Материала. Ну, а сверху ничего особенного. Какие-то дыры, какие-то ямы. Что-то там стояло. Явно. Какие-то выемки интересные. Ничего необычного, просто выемки. Причем старые-престарые. Все уже здесь замело. Квадратные, треугольные, прямоугольные, какие хотите. Здесь выемки. Вот такой камушек